Здорово всем. Вот я раздуплился после ночной смены. Короче, стоит у меня на столике кофеечек. И я готов с вами поиграть пару часиков в Baldur's Gate. В прошлой серии мы с вами вынесли гоблинов, оглушили Минтару. Планируем ее завербовать к себе. Ну, и я тогда остановился на том, что надо было пролутать, короче, местность. Ну и я вне стрима там побегал, ящики пособирал, там было ничего такого серьезного, голда там, свитки всякие, а из оружия ничего не было, так что вы ничего не пропустили. Да, я планирую, короче, еще сейчас с боем выбираться с убежища гоблинов, то есть я никого не убивал, кто там был снаружи, и их, естественно, я сейчас вынесу, по крайней мере постараюсь. Ну и дальше продолжим бегать по окрестностям. Так, я хотел так, отдохнуть, чтобы обновили немножко. Так. У нас в клетке сидит один чувак, только я не знаю, кто это. Воровский. Короче. О, и там еще. А, не, не. Пардон, не всех убил. Еще остались. Вот видите? Тут трое. Гнали, короче, их сейчас. Здорово. Что мы сделаем? Нам так удобно сделать. Сюда встать? Нет. Ладно, перейдем сюда. О. Имущество у нас есть 7, 15, 12. Кто там первый? Ага, вот этот будет ходить. Ну, мы его и снимем. Бэмс. Минус. Так же само. Толкаем каблуками. А, стоп, у меня тут. Я ему проход. Блин, ладно, сейчас, секунду. И конец хода. Давай, короче, немножко сюда с краю встань, чтоб не мешался. Ты? Сюда. А, в принципе, так уже не добегаем. Вот туда возьмем и стрельнем с лука. Стрельнем с лука в эту колбу, так что... А, ладно. Что у нас? У нас, блин, у нас уже нету этих ячеек заклинания. Это очень плохо. Ну ничего. Я тогда сделаю так, что мы здесь... Перед тем, как выйти, мы с вами пойдем на долгий отдых, чтобы восстановить себе все очки, чтобы было чем разгуляться. На тебе. Тоже промах. Лапши. Nothing will stand in my way. Ты, да, 15. Ладно, жахнем на Верочку, чтоб... Тоже промах. Да, ну вы шо гоните, ну. Ладно. Ну-ну, нападай. Возмездие. Бэмс на 14. Хорош. Убиваем. На. А ее мы укусим. Yes. Time to strike. И тебя вот так вот. Let my name be known. Ну вот как-то так. Все пусто, ничего нету. Ладно, идемте с этим поговорим. Step carefully. There's a trap. Ну
Изи. Окей. Давай. Говорить. Как ты оказался в клетке? Знаю. Cause I'm loyal to McLubbiet. Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Я про абсолют? Yeah. My old tribe's fallen for this shite. Traitorous bastards. The great absolute brings us together. Drow and gnolls and goblins all braiding one another's hair. It's a load of shite. Ага. Тебе не нравится, что твои соплеменники общаются с чужаками? Talking to you, ain't I? I just don't believe in all this togetherness and chumminess. Ain't natural. It won't last. They'll be tearing into each other soon enough. Sod 'em all. I'll wait it out in here. Praying to a real god. А давайте вскроем. How for a skeleton key? Все равно открою. Absolute's love gotten. Dead! Thanks for breaking me out. Gonna find me a new tribe. One that appreciates the old ways. Yeah. Ни хрена себе, он бегает. Ладно, куда ты побежал? Ладно. Мне тоже интересно, куда ты там побежал. И посмотрим. Мы там, кстати, не были. Там пауки сидели. А, да, колдунья пырка. Это мы же ее скинули, короче. Тут больше ничего нету, да? О, вот в пещеру. А что это? Опа, сверненный храм. Где это мы? Мы тут. Походу. Возможно, я знаю, где мы. Ага, я понял. Да, тут, короче, сильно так не побегаешь. Можно оттуда было сюда, типа, убегать. Ничего нет такого. Нам туда в храм пока что не надо. Так, ладно. Я предлагаю отдохнуть. И где мы тут еще не были? Мы с вами
были и... Так, вроде бы мы тут все сделали. С Хельсином поговорили. О, мне вот сюда надо. Вниз. Это, кстати, кто и... Это на улицу, считаешь? Блин, я уже запутался, куда нам идти. Если нам пойти вниз... Да, о, кстати, нет, пойдем сначала вниз. Там, этот, какого, блин? Подземелье, там был, короче, защищенная, типа, а-ля башня. И там можно будет, этот, изрезать ее. И как раз там будет короткий путь, там можно будет туда тпшиться. Зовем так. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and of course, your esteemed company. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Мне приходилось драться с мозгоедом. Here, on the Sword Coast. Impossible. Я не просто повстречался с мозгоедом. Одного из них я убил. That can't. Я Так. Я прикончил Мозгеда в его логове на борту Наутилоида. Будем так. You're either an excellent storyteller, or you've experienced something quite exceptional. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Так, да, а еще Мозгрид подсадил мне в мозг паразита. That's quite impossible. You'd have undergone seramorphosis by now. А, объяснять не надо, я в курсе, что это такое. Мне тоже не хочется в это верить, но, увы, это правда. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Так. Посмотри меня, убедись сам. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly. О, Так. Хорош причитать. Ты можешь мне помочь? I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. О. Смотрите, короче, если вы не в курсе, ну, я думаю, что вы уже в курсе, то есть, если дать ему возможность, короче, нам помочь, то у нас будет такой бонус, что у нас... Он нам не поможет, он нам глаз вырвет, короче, но будет этот... Нам даст, короче, волшебный глаз, который мы можем видеть невидимое. То есть, это очень полезная штука, так как много противников... Чтобы не застали тебя врасплох, чтобы не получить повышенный урон, вот это как раз, этот глаз будет очень нам полезен. Так, вроде бы тут просто ходит. Блин, так, ладно, давайте отдыхать.
heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Махнуть под лба. Your hands shake as they reach upward. Your forehead remains drenched, no matter how much you wipe. Эй, смотри. Chukilgeik vlaketh mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Так, обман. Ее прибить можно. Не, мы просто переутомились. Опусти свой клинок, пока тебе, пока ты не натворил обед. Бэмс, преимущество 15. Бэмс. Есть. I cannot trust my own mind, so it seems I must trust yours. I will wait, but know this, I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. I came just in time. You are transforming. Так, я знаю твой голос. Я уже где-то слышал его. Yes, you have. I saved you before. And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Ладно. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it, nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. For the fate of Faerun, a fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Thank you.
You'll feel better. I promise. Так. Принять свой потенциал. Опа, ты вернулся? Ну давай. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Есть идея, как бы избавить меня от паразита? My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. Хрена себе. Давай. Воло carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. Терпеть боль, позволить ему продолжать. The needle finds the gap between eyeball and socket. Воло frowns and begins to push. Сжать кулаки изо всех сил. Ох ты, ёпт! Pain shoots through your body as the needle snags on your optic nerve. I think I have it! The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Oh bother! There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Застыть как можно неподвижнее. Воло carefully withdraws the needle from your eye, then reaching into his bag, he produces an ice pick. Опаска взглянуть на инструмент, но позволить ему продолжать. Ужас. Воло slowly brings the ice pick closer to your eye. Now, don't. Бить может. Ладно. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then tap, tap, stab. Ужас. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Воло tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Threat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. Ебать. Фу. There appears to be an amount of cosmetic damage. Mm-hmm. Мне глаз выколол, сука. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. И свалит. И все, видение невидимого. Ой, блин. Something the matter? Wait. It hurts. Адское пламя.
joyous little affliction that visits me with screaming agony on occasion. I'd be lying if I told you I know what causes it. But don't worry. Can't hurt you. Only me. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Сильно болит. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Так, ты уверена, что это не связано с личинкой? Positive. You can trust me on that. Да, этот твой артефакт, случилось что-то странное. Он перешел ко мне. I know. I don't understand how exactly, but I felt it go to you. It's important. Keep it close. Так, постой, как ты... Так ты не хочешь забрать его обратно? I do, but the artifact has a will of its own and powers to enforce it. It likely won't let me take it back. The best I can do is to stay close, bide my time. Eventually I'll need to take it. Then I'll have to see what can be done about that. Но это же не все. Как он вообще к тебе попал? It's not the sort of thing I can just tell anyone. Let's see if we can build up some trust first. Нет сомнений, что-то ты от меня скрываешь. I don't know what you mean. Нет, я думаю, ты отлично понимаешь, о чем я. It's nothing, really. Так, ну... Мы должны доверять друг другу. Что ты скрываешь? Бэм! You're not going to let this go, are you? You might wish you had. I worship Shah, the mistress of the night. It is my holy mission to oppose Siluna, her teachings and her followers. It hurts. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. Ты могла бы мне рассказать, как долго ты надеялась от меня это скрывать? Forever, ideally. And you assume too much about what I can and cannot tell. Secrecy is everything for Shah's children. It is our code, our creed, our shield. I even keep secrets from myself. I had my memories suppressed so that nothing I know could be used against the Dark Lady. Once I prove myself, my memories will be restored. I'm not sorry I kept this from you. Not one bit. Though, perhaps that might change. If you can show an open mind. Ну так давай проверим мою непревзятость. Я слушаю. All right. As I said, Shah is my patron, my mistress. Goddess of darkness and loss. I assume you've heard of her? Так. Говорят, что многие не одобряют поклонение Шар, а есть места, где это запрещено. Well, if that troubles you, perhaps you should fetch the bailiff to arrest me. Ah, but there's no bailiff here, is there? Just leagues of wilderness and the dangers lurking within. We're in this together. But I'll happily go it alone. My faith will keep me company. No. Мне бы хотелось получше узнать тебя. You already know my biggest secrets. What more can you ask?
Почему ты стала поклоняться Шар? Надо, короче, разговорить ее, чтобы отношения были нормальные. Without her, I wouldn't be alive. She's my mother. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Saloonites tell. Расскажи мне что-нибудь о себе помимо Шар и Мозгоеда. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? О, покажешь мне как-нибудь ночные орхидеи, если будем проходить мимо? It's a deal. Что-нибудь еще? No, I can't. Quite literally, I mean. With my memory suppressed, I can't betray Shah's secrets. And I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Да, о какой такой миссии ты говоришь? That is not for you to know. Leave it at that. Ладно. Потрындели, потрындели, хватит. Так. Что ты расскажешь? I had the strangest dream last night. There was a visitor promising me protection and all sorts of delicious powers from the parasites in our hands. Given our shared affliction, I suppose you had a similar dream. Да. Excellent. Now we can see what these tadpoles can do for us. Ну, давай. Любое преимущество для нас будет очень кстати. Exactly. Waste not, want not. Even when it comes to mind flayer parasites. Now, was there anything else? Да, ладно. Ух ты, это будет надолго. Ладно, расскажи мне свою историю. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave, a vampire spawn, kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands, but now I've been conveniently lost. They won't ever control me again. И как же становятся вампирами? It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. Теоретически. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. Послушай, насчет того, как ты меня укусил. I've already apologized. What more do you want? Unless you're looking for another nibble. А, мне нужно знать, чем тебя кормить в будущем. No innocence. You have my word. Only villains that we need to kill anyway. After all, you know what I am now. I can fight with all my weapons. Teeth included. And if I happen to drain the occasional bandit during a fight, what's the harm? They're just as dead. Идея неплоха. Как приятно, что мы пришли к соглашению. As am I. I'm starting to feel a little peckish already. Как ты полагаешь, что ожидает нас в лунных башнях? Who knows?
Drow? Mind flayers? Death? Hopefully not ours. But maybe answers. If we can convince the right people to talk. Так. My apologies. Huh. Not quite myself just yet. I had the strangest dream last night. A visitor came to me. A vision of unparalleled beauty and power. She told me she was watching over me, protecting me, and that our tadpoles could prove beneficial if we embrace what powers they have to offer. An uncanny apparition. Not entirely sure what to make of it. Мне снился точно такой же сон. Тоже прекрасное видение, и говорили они, и говорило оно похожие слова. Very curious. In all my readings on the effects of illithid parasites, I've never come across any accounts of correlating dreams between infected parties. Another unique quality of our predicament, perhaps. Hmm. Are you inclined to take these visitors at their word? Пока не знаю. Что бы ни говорило нам это видение, оно преследует свои цели. Nothing wrong with maintaining a healthy suspicion in such matters. Still, it might be wiser to keep an open mind on the matter. Our visitors' promises of aid might yet bear valuable fruit. Так. Раньше я понятия не имел, что колдовать так просто. I assure you it's not. Don't get me wrong, you did well. The somatic component, the verbal component, even the focus on the inner self that invites Mistra in. But I was still your conduit. To perform such a feat alone requires much and arduous study. Of course, as a warlock, your patron endows you with many such powers, otherwise unattainable. I do hope you cherish that gift. Окей. Со всеми поговорим, короче. Лайзек. Глик. I had a dream. As we all did, I suspect. Someone came to me and promised to protect me while claiming that the parasite could empower me. The parasite has taken root, it would seem. Every word, every promise, it is Geich deception. Ну ладно, я с ней. Ты права, это создание снов нам лучше игнорировать любой ценой. Тут мы просто потеряем отношения. Ну, скажем, короче, то, что она хочет услышать. A wise choice. These parasites are a threat to be destroyed, not an opportunity to be exploited. Переспали, не. Я хочу закончить наш романчик, если... ну да. One couldn't, and one shouldn't. Do as you like. The loss is not so much mine as yours. Никакого больше, ясно. You made it abundantly clear. Так. Еще раз с этой потрендим, короче, и все. Did you have any strange dreams of late? Vivid ones. У тебя то же самое. Damn. I was hoping my imagination had gotten the better of me. But this must be something more. This dream companion wanted me to use the tadpole, use its power. Whoever it was claimed to be an ally, but I don't know. It seems like we can't escape this mess, in the waking world or otherwise.
все. Валим отсюда. Так, стоп, нам, короче, дали шматье, если я не ошибаюсь. О. Куртка великодушия. О. Целебные рифмы, воодушевляя союзников бардовским вдохновением, вы получаете 4 временных ОЗ. Но я не бард. Это средняя броня. Нам пока не надо. О, паутинный доспех. Скрытность. Вы получаете бонус 1 к проверкам на скрытность. Преимущество при проверках. Испытание выносливости. А ну-ка. Тебе дадим, короче. Так, вот эту. О. Паутинный доспех. Это мы с Ментары сняли. Не ошибаюсь. На. Так. Это у нас выброс адреналина. Один раз за ход. Когда вы совершаете рывок, вы получаете эффект озлобления на 2 хода. То есть... Озлобление это у нас получается... Вы находитесь под действием адреналина. Ваши атаки и оружие ближнего боя наносят плюс 1 урона. Можно? Можно. Берем. Все, выходим отсюда. Давайте сразу сделаем так. Да. Туда иду. Вроде туда. Что это такое? А, это какой-то проход куда-то, но... В рощу друидов мы сейчас придем. Вот. Сделаем так. Одна лестница. А вы втроем мы сейчас вот загасим. Иди сюда. You don't have permission to be here. You're about to be ejected. Охер атаковать, ничего. Рывок. Неплохо. I am fury. I am death. Так. Основной рукой недостаточно движения. Каблучками щелкнули. Так, и у нас. И гасим. Let my name be known. Бэмс. No gloom, all doom. Что мы сделаем? Обычной атакой жахнем. Идем наилучше. Бутылку с водой могу кинуть? Это действие. Вода это действие. Обидно. Ладно. Ай-яй-яй. Вот это удар был. Ой-ой-ой, больно было. Сделаем финт. Ладно. Да, это плохо. Try something else.
Да. Херовое начало, честно, ну. Ладно. Остается потом только Гейл. 5 на 8. 6 на 15. Лучше так. Девятнадцать, да? Блин, промах. А ну так шо? Притонуло, охренеть. Надо было всех наверх выслать. И оттуда напихивать. Амулет туманного шага. Много всего полезного. Так, смотрим дальше. Шкаф. Шкафчик еще. Главное падение. Ладно. Eager for battle. Да, не хватает нам, короче, выживаемости немножко, ну. Фигня. Возьму. That's curious. Not a chance I'll fit in there. Видно, не прав. Ну это мелкими этими. Что-то есть? Нет, там ничего нету. По крайней мере, не видно. О, серебро. Looks like all those moon plates can be turned. That might be worth a look. Что еще есть? Можно, знаете, как заперто, да? Окей, можно так вот сделать. Well, скрыть нахрен. Вот загадку не использовать. Все. Изи. Так. А это тот журнал, который... Ладно. Пускаемся.
not reaction. Подобрать. I've got a long road ahead. Еще. Let's have a look. Ну. А, ладно, он туда же. Подожди, я еще не закончил. Keep your distance, darling. Easy. Easy. Подобрать. What to do? О. Hmm. Someone there. Скрыть. With pleasure. Давайте изменим вид кубиков. Синий будет. Лем избиение. Ух ты. No one back home will ever believe this. Watch how you go. There's a trap. Watch your back. Boom. И скрываем. А, изи. О, светящийся доспех. Подобрать. Вставляем. Дымным порохом, то, конечно, что понадобится. No one stop me yet. Смотрим, что у нас тут выпало. У нас с вами еще есть стальной кованый меч и топор истребителя. Это у нас двуручный топор. Оу, паучья лира. Исполни чарующую балладу, чтобы привлечь внимание и развлечь находящимся рядом. Ух ты, сыграть мелодию так. Играть мелодию, чтобы привлечь внимание и развлечь находящимся. То же самое. Класс. Для барда такая. Служба с животными. А, туманный шах. О. Туманный шах. Что у тебя здесь? Волшебная стрела. Ладно, тогда не. У меня разговор с мертвыми. Не. Я возьму себе туманный шах. Хорошая штука. Alive, so that's progress. Капец, сколько это. Will be done. Подобрать. Подобрать. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Не то.
А, и не то. Ладно. Жуж этот был. Не железный светильник, ё-моё. Ладно. Ну, сито куча полезней. Письмо. Так, мы, короче, открыли тут проход. Зелье лечения. Офигеть, перегрузка сходу. Там, да, у меня куча оружия. Старю вам пусть поможет. Я не хочу стрелять, алло. У нас это есть сокращалка, окей, идем дальше, короче, искать, что тут еще есть. Может что-то, о, еще одна бочка. Ящики подбирать не собираюсь. Еще одна бочка с маслом. Лунной девы. Ладно. Так. Лутаем все. Естественно, это все мне надо. Так. Есть. Копье, тут всякие такие. О, пилонита. Золото. О, ключик. Так. Сюда вот идти, короче, еще рановато. И я думаю, что это у нас? Снять с дерева сур, немного коры. Давайте, короче, вернемся в лагерь. Поболтаем там с Уиллом, чтобы он к нам, короче, присоединился, с Зевлором поговорим. И
Тоже нам надо как раз поговорить с друидом, так что давайте вернемся. У нас еще много мест, где мы еще не бывали. И продадим все лишнее. Ну, открывай. Давайте перед тем, как болтать, давайте мы сохранимся. A scout just reported. The goblin's leadership has been decimated. We might escape this place yet. And I hear you are the one to thank. I'm grateful. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. Yeah, спасибо, Анин. It's not enough, but it's all we have. Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. I believe he's catching up with Corger. As for us... No armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Увидимся там. О, скоро уже будет уровень. Отлично. Уилл, поговорим. You were a marvel to behold. Even Balderan himself would bow to such formidable talent. Introductions are in order. The Blade of Frontiers, at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You're on the ship. Да, и мы оба носим паразитов. Doomed to shed our skin and become illithid. Or so the stories go. But I haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. And nor have you. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited by rancor. She's an infernal war devil, a threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her! Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Так, и кто она такая? Carlax, her name. An archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship. But the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Я хочу вылечить эту заразу, предлагаю объединиться. I haven't sprouted any tentacles yet, thank Baldrin. But good luck can't last forever. Invitation accepted. You'll need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Отправляйся в мой лагерь и жди меня там. A splendid plan. We'll talk more there. Что за лоскутный мешок? Ой-ой. Ой, не то. Переместить. А куда переместить?
давайте отдадим тогда. Это выкинуть. Нет, этот мешок мне не надо. Лишний груз. А, я же хотел... А, да, вот это еще. Точно, мы вот это еще используем, этот рог. Так, у нас есть... Где-то... копье есть, а нам какую-то палку бы надо. Ладно. I'm your lummox. Yes, you are. Так. Now, stop squirming. А, да, я хотел посмотреть, что нам скинули. Так. У нас есть шлем избиения. Укрепляющая кара. Накладывая на противника в состоянии любой из разновидностей заклинаний кары, вы также получаете временный разрыв в количестве, равном вашему модификатору харизмы. Испытание выносливость плюс один. Это к паладину хорошо подойдет. У нас пока нету паладина. Вот для прыжка. Средняя броня. Исходящая ударная волна. Когда владеет лучистый урон, он создает лучистую ударную волну. Это подойдет к Shadow Heart. У нас еще осталось поговорить. Идем поговорим туда. А, стоп, мы же тут не были еще. Точно, точно. Мы могли ее спасти. Да. Увы. Надо было раньше сюда прийти. Peer through the telescope. Навести телескоп на удаленный объект, чтобы разглядеть его получше. You see a dragon circling like a bird of prey, hunting. Влево. The telescope points to the left. Угу. Ничего такого. Браво. The telescope points straight ahead. Еще раз вправо. The telescope points to the right. Увы, мы тут не спасли. Блин, если бы мы только пришли и пошли туда, то мы могли бы спасти ее. Write a song about you now, aren't I? But truly, thank you. It's nice to be done with the sad songs for a time. Где тут этот кинжальщик?
You took it upon yourself to undertake the Rite of Thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Helsin. Ты был слишком мягок с ней. Она посеяла раздор между тифлингами и друидами. Spilled blood will not write bad blood. Allow me to deal with my own. I still have need of her. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. А что насчет моей проблемы? Мне нужна помощь. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Banished. Then banish me. With the leadership dead, no attack will be mounted on the grove. I am in your debt, my friend. Так, расскажи, что знаешь о том, как добраться до лунных башен. Soon. First, I must set matters to rights in the grove. And you should celebrate your victory. After being dormant for so long, your infection is unlikely to produce new symptoms spontaneously. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Надеюсь, эта твоя роща стоила такой крови. Believe me, it is. The span of a mortal life isn't enough to grasp the importance of this place. Its roots touch everything. Дальше что? The journey to Moonrise Towers and all the dangers that that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest, celebrate. Come morning, I'll be by your side. Окей. Так, внутрь. I wasn't sure about you at first. Thought you might be trouble. I was very wrong. Вот так-то. Так, Рав. You done it. You brought Halsin back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanas bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Я еще не все сделал, алло. Это для меня что проще простого? Fair enough. I should not have underestimated you. Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Отлично. Кто? Есть там где эта табличка? И руна. Вот.
И чё? Это нажать надо, да? Ага. Торопливо написанная записка. Мы, кстати, читали уже все. Да. Пускаемся и собираем вкусность. Тайное общество побережья мечей. Возьмем. Открыть. О, все. Это все мое. Корп. Я глефами не пользуюсь. The glaive the Druid's notebook mentioned. Its owner thought it was cursed. Записка друида. А, одеяние лета. Что-то еще? Больше ничего нету. Так, это у нас яд на. Дружба с животными. И смотрим. Ткань. Дает устойчивость урону холода. Что такое? А что мне это не на... Ну что, погнали, короче, бить кабины гоблинам дальше. Качать уровень. Заросший руин на красный зон. Так. Сейчас всех вот так вот подчистую сметем. Интересно, эти гоблины тут остались или они типа свалили? Иди сюда. Так, что я могу сделать? Я знаю, что... Ага, вот. Давай-ка мы... Стрела тьмы. Не, мне нужна, короче, отталкивающая стрела. То будет хорошо. Так. Что я не наблюдаю? Что? А, не, есть, есть. Отлично. Чтоб не был никто сверху. А, и ты. Хитроумный рывок. Давай сюда, короче. Так, Лазель. Что мы можем сделать? Можем поменять, короче. Туда прыгать. Пусть она будет. Блин, надо было сохраниться, но... Ладно уже. Так, теперь я. Смотрим, здесь и здесь. Мы сделаем, короче...
есть. А, туманный шах у нас есть. Я тоже. Тык, сюда прыгнул. О, и тут у нас... так... Нет, стоп, мы подойдем. Скомбинируем, смотри, короче. Если мы вот так вот сделаем, их копнет еще раз. А, только испытание пройдено. Обидно. Получается... Ладно уже, если бы они смогли двинуться, то, короче, их бы вот это еще, кинжал еще раз бы коснули. А так, когда они начнут движение, как бы два раза бы удар, а так один получается. Ладно. Ну что, бежи сюда. Давай. Если я подойду сюда, могу... Да. Let's go. Под угрозой. Ладно. Ты. Ну, не факт, что я смогу его пихнуть. Да, слишком большой вес. Ладно. Ты будешь у нас отбиваться от этих. Вот 15, да? You bow or you break. Так и умер. Адское возмездие. Так вот. Смотрите, у нас минус 2 этих. И мы с вами добиваем этого. О, у нас еще тут где-то есть. Острый глаз. Да, вот это вот. Да, это он. Cutting to the chase. Есть. Жахнем. Подожди, вот. Да, может быть, корчу. Так, ладно. Жахнем огнем. Фактический промах. Ай-яй-яй. Don't get too close. Попал. Ладно. Хорош. Where do I go from here? И еще подальше. You've made a grave mistake. Да ну нафиг. I speak, they burn. Тоже на возвышенность. Ему тоже надо будет, короче, туманный шаг взять. Тогда будет нормально клепать. Не, стоп, я вот так вот. Где оно и лучше. Все равно недостаточно. Ладно, мы там, короче, стрельнем туда. И все.
Изи. Ветчина. У меня уже, короче... Ну, это тоже неплохие ботинки, кстати. Теперь лутаем все, что тут осталось. Клыквар, типа этот, вот эти клинки эти, это вообще, это тетка. Так, ритуальный посох не надо. Идем отсюда. Ой. А, можно было и так, ладно. Ой, только еды. Еду надо, короче... Сохраниться. Пик. Зайдем с этой стороны. О. Блин, да сундук взорвется. Не. Что мы сделаем? Я кину, короче, бутылку с водой. Он все это. Да. Где тут бутылочка? Короче, замораживаю. Влага. Тут влага, да? У нас тут получается... Ладно же. Первое начало, я думаю, как-то будет по-другому. Ну ладно. Что можно кастануть? Давай так. Спирт можно поджечь, окей. What now? Это будет подниматься, это тоже действие подниматься, а это надо жахнуть. Time for some bloody work. Туда.
get on my feet. Ой-ой-ой. Ладно. On my way. Swift and Мне тоже движение идет. Ну ладно. On the move. Что можно так? Нет. Ладно. Хороший крик. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Ядрёное пойло. С этой стороны можно, да, его подрезать? Нет. Мы еще не закончили. Так, это колбаса. Окей. Смотрите, тут у нас проход следующий акт. Да. О! Короче, я буду, наверное, проходить через ясли, так как... О, привет, привет, привет. Буду проходить через ясли, так как там будет дополнительная локация. Не, стоп. Мы пойдем, короче, сначала в адамантитовую кузню через ту сторону, пройдем полностью, вернемся и пойдем через ясли, чтобы можно было как можно больше вещей, короче, залутать. Так, что мы сейчас будем делать? У нас тут сейчас будет... замес. Видишь? Вот, об этом я говорил. Их тут дохерища. Да. Озлобленные паскуды. Так, не, метнуть это он разобьет. А переместить? Блин. Вот сюда. Не слишком. Слишком далеко, да? Ладно. Будем, короче, выманивать эту всю эту дичь сюда, на мост. Давай. Я туда не дострелю, да? Что у меня тут есть?
Так, а из свитков масло. Давайте масло возьмем. Так вот. И отходим. Давай, давай. У меня есть возможность клинков? Нет, у меня ячейки заклинаний нету. Обидно. На. Try me. Need to find a way forward. Они к нам будут передвигаться. Что я могу еще такое? Кстати. Ладно. Рывочек, отлично. Переместить. My path be true. Так, давайте, подходите к нам, короче. Где? Так, а у нас масло, да? Этот, лады. Что я могу сделать? Могу еще что скинуть? Стои. Пропустим ход, короче, надо, чтоб они к нам этот... Еще чуть-чуть приблизились вот сюда. Ну, я еще одну бутылку, короче, кину. Бутылочка с жиром. А, ты митнуть не можешь. Ну ладно. Я предлагаю... Забафаться, но чем? Чем можно так забафаться? Это лечение и... Это только на одного человека. Расплывчатость, дополнительная ХП, невидимость. Ладно. Я думаю, пропустим. Пусть идут. Давай. Вот тут еще сверху этот. Ага, оттуда уже балдует. Ладно. Так уж и быть. Блин, ну эта бочка не... Бутылка с жиром. Что, путь перекрыт? Понятно.
Хорошее здоровье. Так, ну и... И чё? Блин, ну... Ладно. Хорошо. Хорошо, хоть эти бочки не задело. Вот так вот выносится. Мешает, ладно. Еще раз, может, все-таки метнуть получится. Бывает такое, что то можно, то нельзя. Нет, нельзя. Встает. Ладно. Тридцать девять, да? Вот так вот. Без помеха. Но. Да, слегка вот. Ну, тут сундучок. Надо будет сюда залезть. Ладно. Преимущества цели у нас тут нету. А, ладно. Обычный выстрел. Так, смотрим. Вот этот будет, да? A tale for the ages. Раз, два, три, четыре. Отъехал. Замечательно. Сейчас этот будет, да? No choice but to keep going. А, это с этой стороны. А,
ты, паскуда, спряталась. Ладно. Блин, еще нацелиться как-то. У, как вообще противно. Ну и как я туда нацелюсь? Лю. Сука. А, ё-моё. Это хорошо стоит, паскуда. Увы. Чтоб ты там не лазила, короче, мы сделаем хитрость. Есть у меня тут? Нет. Ой. А, не то. Короче, сейчас мы возьмем стрелу тьмы. Вот. Херам заблокируем тебе. Тут не лазила. Стреляла. Вот так. Не знаю. Помогло, не помогло. О, теперь можно забегать. Ну да, возле факела. Не видим, кстати. А не, прошло. И у нас. It shall be done. Still on my feet. У меня есть свиток. Где? Вот. Вот. А, тут еще один есть. Вот, смотрите. Здорово. Боя кнук. Blood follows me everywhere. No. Подожди. Let me recite their demise. Так, типа я сейчас, да? Victory awaits. Yeah. Я чё не... А, она тоже в драке, всё, я понял. Let's spill some blood. Never a dull moment. Арестовать их, ага. Да. Over here. Бенс. Ой-ой, я тут не допрыгну, да? А если я? Ладно. First step is the hardest. Тоже. Move!
Винсона, да? Тут, короче, когда уже в третьем акте, можно, типа, сделать, например, монаха, ближний бой. У него там есть, короче, бухого, типа, пьяный шаулин сделать. Есть, короче, такое, что, типа, когда ты бухой, то у тебя восстанавливается, короче, ХП. И, короче, когда еще этот, что там, короче, бонусы есть. Можно сделать так, что ты постоянно бухой будешь ходить, короче, и этот, гасить всех. Так, тут больше ничего нет, да? Спускаемся. А, только я сейчас выпью этот разговор с животными. Я что, не наблюдаю. Вот. Идем. Теперь у нас есть вот этот. Mother gone. Hungry. У меня есть лагерь, тебе там будут рады. New home. Maybe. He runs away. Only time will tell if he'll reappear. I hope you can follow my scent to the camp. Вот так вот. Видите, как изично мы с вами разобрались тупо с целым лагерем. А, умный. Я умный. Гоблинская поэзия. О, пивасик. Будет веселее в лагере. Жареная грудинка. Два орфии ребра. А, не стоит, они. А, не, это мы несъедобные, ладно. Блин. О, стоянба. У нас еще не всех мы загасили, еще тут двое осталось. Ладно, давайте обойдем туда. Ну, чуть бы не попался, ладно. А, вот, можно залезть. Так. Метнуть. Пазль туда. Драконьего яйца. Смотри. А, не ухай. Набухались, а спят. Мы их сейчас разбудим, смотри. Идеально. Вон там проснулись. Ну давай, давай. Иди сюда. Какая-то нора, что ли, или что? Так, если я подойду сюда... Этот можем минуснуть кого-то, да? Один точно. 9.24. Плюс у меня повышенный урон по первому этому. Давайте, короче, то, кого мы 100% лупанем. Вот это. Минус сходу. Even catch my breath. Ладно. Swift as my feet can carry me.
можно поближе. Стрельну. Туда. Могу что-то метнуть. Метнуть, скорее всего, нет. А? Нет. Метнуть — это действие. Давай, стукай каблуками. Очень удобная штука. Дальше. А. Ну, так и оно им. Ладно. Swords meet sorcery. Ладно, пусть он, короче, пробежится. Да. А тут, скорее всего, можно будет бафнуться. И не... И ну, тоже все действие, да? Стрела действия. Эликсир можно какой-то выпить. Ладно. Ну ты ж ничего не сделал. Не. Отлично. Ты же понимаешь, да? Не, я не хочу, короче. Пока его не писать. Nothing important is ever easy. Ему 60, да? У него, на него наложится порча. Нет. Shall we dance? Ладно уже. Пофиг. Victory awaits. Да ладно. У него 10, да? Блин, ну это... Не, ну это так... Ладно. Грибочки. А, там... Я. На. На. Типа скрытый проход, но у меня не особо не надо. Это бутылка обычная, да? Да. Бутылочки. Шапский закат. Берем. Смотри, и у нас получается. Раз, два, три. Сможем скинуть? Не, не сможем. Ладно, все равно так. Отъехал, не? Can you feel death's cold grip? Ага. Перекрыт.
guessing. Та йома, та ти гониш. Так. Что можно сделать? Этот пошел в скрытность, да? Тут нет. Достаточно движения. Ладно. Так, помеха все равно есть, да? Вне обычного радиуса. А тут путь перекрыт. Та ёханый бабай. Ладно. Давайте так жахнем. Если следим. Тут 9. Раз вариант больше. 7. Ай-яй-яй, 1 хп остался. Ладно. А, смотри, они через дырки передвигаются. Прикол. Ладно. У нас 7. Тут 12. А ладно. Туда, не сюда. Ще. Тут... А, можно размах сделать, да? О. Вот так вот. Тут эта паскуда стоит. Я вот так делаю. Нет. Значит, это где-то... Эх, ну... Ждем. Ну чё ты стоишь? Ну туда, ладно. Just be on my way. Это хруп. Этого можно минуснуть. Чё? Давай, иди сюда. Перекрытаю, ты что гонишь? Даже так? Нах, пошел. Я пошел нах. Ну, парочка осталась. Преимущество высоты есть. Так. Этот будет раньше, то есть мы сделаем с этого. Жахнем этого. Где еще один? Раз, два, три. И еще здесь, да? Пофиг.
Минус один. Wonder if the gods are watching me. А, сильно не. Ай! Ай! Это было больно. Не добегаю. Ладно. Step quick. Есть преимущество. Хорошо. Это было неплохо. Fury, I am death. На, сильно не достали. Make way. Метнуть. А метнем мы с вами. Ладно, огонь отнем. Вот. Вот так. Фаербол. Здоровый. Time to push my luck again. 55, да? Кольцо хупа. Там мы лутали уже. Драчун. Лопата у меня есть. О, секреты верховного вождя. Неплохо. Так. Уйди, бля. Не все сразу напали. Хотя, с другой стороны, мы могли бы их в том же проходе всех просто развалить. No one back home will ever believe this. Валим отсюда. Надо лутаем всех и вся. Хорошо. Сделаем вот хитрость. Блин, не-не-не-не-не-не. Ну, ё-мо. Don't touch me. Вот. Больше ничего. Time to rest. Так, один я только, да, сильно такой костный-то. Time to rest. Подожди ты. Смотрим здесь. Мертвый искатель сокровищ. Да, не повезло тебе, не фартануло. Пойдемте хавку собирать. О, иная грудинка. Мы тут, короче, я так понял, на всю игру припасами затаримся, короче.
Деревянный ларь. Это барфия. Да, гномов, короче, похавали так. Смотрим, что у нас тут есть. С припасами. Там еще красная вот свиная вырезка. О, у нас был пороски, инструменты. Тоже на перчатки не надо, чуть тоже не надо. Книжечки почитаем. Ящик открыть. Примитивный сундук. Так, где-то огневуха была, да? Украсть. Угу. Что, погнали лутать? Смотри, сколько тут всего. О! И свитка возрождения. Да, почитаем, что у нас там в заданиях есть. Барабан. Я стоп, не так. Их собрали. Отлично. Смотрим. Что у нас осталось? У нас еще осталось, ага. Заручиться помощью тетушки Этель. Блин, ну вот это помощь от нее никакая. Я планирую ее загасить, если что. А вот тут у нас находится Карлах. Давайте, короче, Карлах найдем. Да. А тут у нас патруль Гитиянки. Окей. Этель, короче, пойдем чуть попозже, так как там как его... Там куча ловушек, куча всякого вот этого говна. Но ничего, мы с ним этот не разберемся. Раньше ходил, разобрался и сейчас разберусь. Так как она особо там нам ничем не поможет. По крайней мере, я так думаю. Сейчас я на 2 секундочки отойду и приду. Но, так, да, идемте, короче, сразу. Стопы, я еще не закончил, тут еще есть одна нычка, вспомнил. Надо кое-что под мостом пройти. Все? Колбаса. Ну-ка. А. Трачун.
quickly. Так вот, изи. Стрелай. Они что, можно открыть? А вот так. Получается у нас так. Свиток шоковое касание, малахит. Можно залезть наверх. О-о-о. Точно. А не-не-не-не-не, не так. Не так. Не так пошел. Если я взорву, вот мне их не хочу скрывать, то есть делаем вот так. Все. Ну охота. Ой-ой. Сияющий щит. Он дает. Если у вас остается не более половины ОЗ и вам наносит урон, вы получаете 8 временных ОЗ. Ага. Такое на живучесть хорошо. Тут больше ничего нету, да? Да. Тупик. Все, теперь идем, короче. Блин, зачищаем карту всю. Все нам пригодится. Все свитки, все бутылки, все бочки. Вкуснятина. Не знаю, как вы, но вы, наверное, тут не ходили, да? Вонючее письмо. Понятно. Прекрасная ментара. Ага. Понятно. Рявым почерком.
Ну, оно такое, если где на паузе почитать. Я сам такой, ну, не сильно углубляюсь. Такой. Открыть. Let's crack it open. 28. Двуручный топор плюс один. Все. Теперь уже 100% все, мы тут обглотали. Пойдем, короче, тогда сюда. И пойдем в Карлах найдем. Видите, у нас билд уже такой мощненький. Мы пользуемся преимуществом в бою. Но, конечно, я бы еще, конечно, у Гейла парочку заклинаний бы насуетил. Думаю, на 6 уровне этой... А не особо... Да. Тут тоже внизу что-то есть. Опять тебе херово. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Что там? Что там? Что там? Что можем тебе дать? Все они... Нет, стоп, это у Ментара. Это тоже не дам. Это ты голый потом будешь. О, зазубренное копье. Это пойдет. Thank you. Good gods. I don't know what to make of this. Three artifacts is a positive glut of magic. Yet my hunger only grows. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Говори, ты среди друзей. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but... compose it, much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself, the lady of mysteries, the goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse, and later even my lover. Ты хочешь сказать, что вы с богиней занимались любовью? Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time... I was with her. I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. А ну, сейчас прошу прощения, мне звонят.
прошу прощения, у меня девушка вернулась. Так, продолжим. Как именно ты пытался пересечь эти границы? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Давайте, вот и до. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite, and his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal, roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured. Then shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought, until, in the course of my studies, I learned of a book, a Netherese tome, in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess. И каким был ответ на этот вопрос? The answer was to try. And the outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next. Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. What is it? What do you see? Так, почему ты до сих пор жив? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Продолжай. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry. It'd level a city the size of Waterdeep. You thrice-damned rotten bastard! You've been the greatest threat to our lives all this time! I swear to you I wasn't. But I've no choice but to admit I am now. Perhaps it would be best if I leave and put as much distance between us as I can before the orb erupts.
Давайте так, короче. Я доверял тебе, Йо, ты должен был... Не. С этим можно что-нибудь делать? О, вот так вот, давайте. My chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Я хочу сперва послушать, что скажут остальные. You'd have us debate that Netherese Jack-in-the-Box should be a blip on the horizon by now. I agree. Let us be rid of this menace. Не, мы проделали долгий путь вместе и пойдем вместе дальше. Слушай, ну Мах нам нужен по-любому. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Наконец-то. Ух, вот и поговорили. Смотрите, у нас тут... Распухшая гиена, гиена. Ой-ой-ой, это. Кобальты будут, походу. У нас тут есть. Here we go. Так, бухлишка. Еще бухлишка. Так, сохранимся. Мишу. Агнолы. Раз, два, три, четыре. Как мы поступим? А давайте мы... Давайте, короче, как можно ближе. 20, 20, 22. Ладно. Ай-яй-яй, двигаюсь. Но я все равно хочу инициировать. Можно жахнуть так, чтобы... Нет. Подожди. Угу. Нет у них, короче, каких-то... Ладно, тот свалил. Жахнем электричеством. Тебя есть преимущество. Один, один и 22. Врасплох, врасплох, тоже врасплох. И тоже. Начнем. Давайте этого добьем, а потом можно какой-то массовый лупануть. Бэмс. Хорош. Дальше у нас идет. Можно сделать прыжок.
Нет, тут электричество, подожди. Давайте минуснем этого. И остается у нас... Ты... Мы тебя жахнем, это обычно. Не-не-не, стой, сначала этим. Есть? А действий нету. Кстати, только мах. Ладно. Если он захвачен врасплох, он не будет сейчас ходить. Turn someone inside out. I will ascend. Или будет? Ну все. Ты. Cut and run. Не, да? Ну ладно, тогда просто с руки. Gentlemen. Well, so much for peace. I don't fancy their chances. Так. Ты. It has it. Вот. Скалечим трубку. Вот, ухо гиены. Вот это очень полезная штука. У нас остается этот. Хранимся. Вот этих ген помочь загасить надо. Их тоже гнолы должны появиться, короче. Сдутие. That orb seems powerful. What can it do once it's extracted? Mm-hmm. Nothing good can come of it unless it is contained. Why? It might be useful. Who knows? Помеха. Careful, I bite. No. Есть распухшие гиены. И вот сюда бомбу кину. Сюда. Вот три отъедут. Так и сделаем. Чтобы гномы не появились. А. Где эта бомба? А, я... Тю, блин, я забыл этих. Ладно. А давайте заюзаем, короче, и потом эти тоже убьем. Все. Да. О, пришли. Thank you.
Ой, видишь? Вот о чем я говорю. Ой, как много. Как раз все стоят в кучке. Я тоже не могу кинуть. Ладно. Я тогда сделаю чуть-чуть по-другому. А, стой. А, это ты. Подожди. Базы. Кидай. Эти бомбу. А, не тут не может, так как она не у нее. Блин, тупость, короче. Одна. Никакого. Ладно. Survival is all that matters. Place is overrun with gnolls. No wonder if they're leaping from high. The deal is done. Now. Ладно. Ты разговариваешь ли кто? О боже. Напасть. Why you succulent schemer? Так, кто у нас первый? Четыре, да? Ток. Что мы делаем? Hungry for the slaughter. Это хорошо было. Назад. Let's move. Another fight. Let's go. 5-1-10. Вот. Да. Следующий будет драться это, да? Его помеха. Сколько у них хп? 30 хп.
15, да? У нас заклинание. Так, гуманоида. Брызги. Складного облака. Где нам больше мнения? О, что тут? Неплохо. Так, сделаем туда. Закастуем. Блин, даже не... Глаза разбегаются. Так, ну, слепота на выносливость. Блин, ну, у них выносливость большая, не? 16. Ой-ой. Мудрость и харизма. И они у нас великаны. Не гуманоиды. А давай попробуем. А, гуманоидом. Так. Ладно уже. Ой, хорош. Двадцать 18. Ну вот от этого. Ладно. Ну, обходи, обходи, давай. Здесь помеха. Да. Let's have some carnage. Blood comes easy these days. Gone with the weave. Блин, тут это до своих задено. Блин. Оп. Дропают. Подожди. Этот убежал. Бляха-муха. Открылись. Надо было чисто того гасить. У нас тут есть. Берем. Берем. Фишки подбирать не буду. Oh, enough waiting. I crave blood.
Собираем по любасу, короче, эти. Так, и тут еще. Распушим. Так. Ладно, тут ничего нету. Ладно. Так. Я надеюсь, они как-то потом придут. Мы с ними поговорим. По душам. Полосатая тыква. Берем хавку. Лутаем все. Не, ну яблоки не будем, они доедены. Тоже чересчур. Так, ты отхилься чуть-чуть. Гнолы. Ну, подожди. Только место, куда можно сходить. Вот Белодонна. Не то. Ай. Ну да. Ра. Ну что ж, где лес свой? Белодонна. I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Потом поговорим. Перенести. Не могу начать. Все, там типа кусочек какого-то камушка боится. Больше ничего. All's well that ends. Not as bad as it could have. Some old forgotten bones. Неплохо. Whoever they were, their equipment's no use to them now. А, спуск. Ну ладно. Так, ну что, идемте поговорим с Карлах и потом пойдем. Может еще раз тут еще побегаем, короче, и пойдем в лагерь. По времени у меня еще время мне позволяет. Где-то, может, с вами еще часик посидим. И я буду потом собираться. Опять на работу. Давайте мы с ним поговорим. Есть возможность. The
corpse regards you lifelessly. Gold basement locked. What? Где ключ от заставы? I fell. Dropped key. Как умер? Jumped to escape. Broken. Его последняя, да? Anywhere, away, safety. А не, кто ты? Vance, toll collector. Я думал, что типа только несколько этих вопросов. Если вы выбираешь несколько вопросов и все, то есть потом никак. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Упал, уронил. Ладно. О, вот и ключик. Здорово. One horn. This is the devil Will has been tasked to kill. С тобой все в порядке? Never been better. Oh, fuck me. It's you from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called paladins of Tyr did. Так, я не помню тебя на корабле. Где ты была? Now that's a story, and I'll tell it to you, but truth be told, we shouldn't stay here too long. See, these paladins of... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. Так. Эти личинки в наших головах, они соединяют нас. Fuck's sake. Mountains as far as the eye can see. Guess that explains the voices. From that peak I got into your head, you've made some inroads trying to get the thing sorted. But alas, no joy. I'm Karlak. And you are... Well met, soldier. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. Took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dog she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Wanna help me take them down? Давай отправим оттуда, откуда они явились.
Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. After we've mopped them up, we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? She's, perhaps a little rough around the edges. But I suppose I can be smooth enough for two. Мне нравится, отличный план. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Миссию надо. Ну что, погнали. Есть отдых? Есть. Погнали, разберемся с ними. Нет. Идем наверх. Нет. Так, сохранить. Welcome to rest here. Anders. Давай начнём. У меня аура защиты. To fight, the consequences are hardly surprising. Еще раз можно. Да? Преимущество есть. Жахнем, короче. На. Бамс. With every breath, a purpose. You serve my purpose. Блин, если я прыгну, она меня спалит сразу. Ладно. Провал скрытый. Так и так она будет. Окей. Где я? Жахни, короче, ей. 1,8. Надо 10. Десяток. Преимущество у нас есть. Ого. Ладно.
These boots have seen everything. The lance board is set. Бойся. Pawn to cleric 4. Так, а ты можешь. И добиваем. I will not know failure. Я слышал звук уровня, наконец-то. Тут есть еще один. Окей. Высокая степень защиты. Ага. То есть мы можем... Не могу жахнуть. Жахнуть я, наверное. One card always be a gentleman. Пробуем так. Step by step. Достаточно движения, да? Зараза. Одно зеркальное отражение ушло. Второе. I won't give in. With haste. И чё? Ой, дебил, бля. Я тебе туда не показывал. I will ascend. My path be true. I'd like to die. Ой-ой. Ну, пора лечь, да? Окей. На тебе. Still breathing. Ты хотя бы дебил, блин. One day I'll catch a break. Ну, смотри. Бесишь, сука. Управление, мать вашу. Арбуз. Клинок правосудия. Exhausted. A good night's sleep would do me wonders. Да знаю, знаю, потерпи. Погнали, короче, подвал. The rot of death. Delightful. Mm-hmm.
Я не могу разговаривать. Watch your back. Давай, я пойду сам. Сначала прокачаю уровень. Оклятие. О, фаербол. По-любому. И... Да. Там нет. Тоже нет. Вот, вот это уже получается нормальный размен будет. Careful, I might. Be careful. There are traps about. Oh dear. Someone's left a trap out for us. Mm-hmm. That's curious. Поманная дубинка. А, нет. Взять и скомбинировать. А возьму, попробую, если что. О. Тут тряпки. Это нора. Так, ну, в принципе, открытые. Yes, please. Ой-ой, это плохо. Still breathing, despite everything. Crap. This place is more dangerous than I thought. Be wary. Mm-hmm. This place is trapped. Hmm? A trap. Someone doesn't like visitors. Ивасик. Качка. Ничего такого нету, что ли? Не понял. Шипами. Я не понял. И это все? Вижу. Ладно. Seems I've done something, but not enough. Indolence breeds madness. О. Let's move. Trap. А, нет. Ага, ладно. Ты и ты, короче, садитесь. Lost in thought. Я пойду. Look in the head.
Watch how you go. There's a trap. And these things have stayed interesting. Maybe I need more pockets. Traps. How considerate. Подожди. Тельские так испытания сила. Так, тарелка. Возьмем. Золото. Ожерелье. О. Боевой посох. О, перчатки героизма. Неплохо. У нас... Ну и типа... О! Ну все. Идем отсюда. О. No one stopped me yet. Ну, мы тут подобрали. Клинок правосудия. Защита тира. Не. Так, двуручный плюс один. Перчатки героизма. Ограждающий руд. Когда вы используете заклинание силы клятвы, вы получаете героизм. Это тоже для паладина. Линия плюс два. Неплохо. Ну, в принципе, все. Так, возьмем. Навалим отсюда. Сохранимся. И пойдем в лагерь. Подожди-ка, что у нас по заданиям? Дневник. Поговорить с Зевлором. И с Зевлором поговорим. Так, я следить ямки. Принять свой потенциал. Так, победить гоблинов. Так, завершить. Завершено. Спасти беженцев. Праздновать победу в лагере. Найти песню ночи. Типа. А, ладно. И смотрим по спутникам. Странствие. Продолжить странствие. Продолжить странствие. Угу. Окей. И мы, короче, тогда... Тут... А, тут же есть этот. Мы с вами еще не все залутали. Отлично. Берем уши. У этих гнолов, короче, уши, с них ты клепаешь зелье ускорения. Если, например, в очень трудные моменты, можно будет...
очень себя так. Дополнительная атака, плюс еще и этот. Как его? Ну, типа. Дальность. Короче, дальность. Ходьбы. Еще вот. Ухо. Все, так, идем, короче, сейчас найдем этот караван. Ограбим. Здесь. Тоже какая-то нора. Ну да, больше. Тут так, тут больше ничего нету. В нору мы не сможем полезть, так как мы не маленьким ростом. Можно, типа, заморочиться. Ну, неохота. Так. Рундык. Bodies everywhere. Accident or sabotage? Так, если я так пойду, то... Угу. Пойдемте сюда. Так, алло. Опа. Движуха. Так, давайте, как бы я не хотел заканчивать, но давайте закончим этот бой и закончим все стрим. Типа, это будет наш финальный бой. Ладно, я тупанул, надо было. Первое начало, надо было, блин, присесть. Я хотел, блин, из-под тишка, короче, залезть. Скинуть того рахита с этого скалы. Так, присесть. Теперь только двигаться. Оу, нах. Хорошо так жахнуло. И они у них захвачен врасплох. Отлично. Добиваем этого. У нас есть. Hear that? Someone's fighting the gnolls. We should help. Don't be a fool, lad. Shut your mouth and keep your head down. Leave the heroics to them that don't value their own skin. Ладно. Гена гнул клык. 20, 20, вот тоже 20. О. Сделаем вот так вот. Бока кинжалов. Блин, я забыл, надо, можно было, типа, у меня факел есть? Есть.
чё? Его просто выбросил. Ладно. Ладно, остановимся на этом. Гейл. Ну-ка, жахни, короче. Два на 16. О, урон усилен. Так, я пока что... О, есть у меня идея. Карлах. Карлах, иди сюда. Ой, тьфу, Карлах, это тьфу. Лайзель. Есть гениальная идея. Я покажу. Тут у меня где-то есть. Во. Эта штука. Угу. О, есть. И вот так вот дать. О. Самых жирных. Вот о чем. О, я уже предвкушаю. Бамс. Вкуснятина. А у меня и... Позиция выше. Шо? А. Лежать. Адское возмездие. Крутая штука. И у нас остается только ты, да? Туда. Дуэль далеко не бегал. Но не получилось, ладно. Swift and lethal. Есть. Да, мощный рывок. Тоже типа особо нету преимущества. А у него ярость и аура кровожадности. Ладно, тогда просто постреляем. Давай отсюда подальше. Четко. Еще ледяная луч. Давай, бежи. Далеко не добежал. Ага. Nothing will stand in my way. Ушел отсюда. Ай-яй-яй. Тут уже не про канала. Бэмс. Изи-пизи. By the gods, you're a sweet sight. Are any of my crew still alive out there? Я видел только кровь и кишки. Damn it. I guess that's a no. Risen Road's more dangerous than ever.
You're the first friendly face we've seen since Eltergard. А ты именно общаюсь, ладно. Далековато добрались. We're bound for Baldur's Gate. Got some cargo to deliver. But we've a stop to make along the way. Где это? Joaquin's Rest. It's just up the road. I'd be enjoying a mug of ale right now if those beasts hadn't jumped us. Listen, you look like you know how to handle yourself. You should meet my associates. We've got our own drinking spot by the tavern. Invitation only. Tell the fellow on the door, Little Serpent, Long Shadow. He'll take good care of you. Что в сундуке? Aye, the whole reason we're in this mess. Trinkets for some rich tosser in Baldur's Gate. He gets his shiny baubles. We get a handful of Taranths. Taranths are the currency of the Zentarim, a network of merchants and mercenaries with few scruples. На вы Зентарим, значит, там не просто побрякушки. You know who we are. Very clever. And you probably also know it's not smart to interfere with Zent business. This is the point when a clever lad like you accepts my gratitude and walks away. Тебе выдался прекрасный шанс. Скажи, что груз пропал, и мы сами его продадим. А давай попробуем, что. А убеждение стоит. Да. Первое убеждение. Ну, посмотрим. А не, убедил. I like the way you think. Didn't expect to turn this horror show to my advantage. But why not? The chest's all yours. Damn thing's sealed tighter than a duke's purse strings. So there's no point in trying to open it. I know a fence in Baldur's Gate who'll take it off your hands. Nobody will be the wiser. Don't try to cut me out of the deal, though. The Black Network has eyes and blades everywhere. Crafty swine like you could make a name for yourself in the Zahentarim. Make sure to drop by our hideout. Сейчас ограбим. О, расширенный договор. Чего я могу? Да. Не, но фаербол тоже хорошая штука для этого. Существа в пределах черной сферы слепнут и получают урон в конце своего хода и в начале своего хода. Странно, забрасывать нет, даровать поля. Фаербол хорошая штука. Еще один. Ужас. И контрзаклинание. Угу. Интересно. Очень даже интересно. Может быть такое? Это у нас приворот гуманоид. Не. У Гейла есть вот такая вот фаербол. Это, наверное, возьму себе так для более, может, мобильности. Наложить паралич, что он будет она. Давайте касание вампира. Точно. Касание вампира будет, чтобы нахуй. Так, смотрим дальше. Что мы можем себе добавить?
Нет, я чарующее влияние. Дьявольское зрение. Блин. Так, не используя, да? Не используя. Вы можете отлично видеть в темноте. Не, ну то и так я вижу хорошо в темноте. Рующая линия не так. Вы получаете умение навыков обмана и убеждения. Есть у меня то. А нет, так. Даже не знаю. Единство с тенями, то это, ну, невидимость. Ворп. А давайте, короче, чарующее влияние. Что такое? На крайняк, если что, я потом поменяю. Заклинание тьма. А вот интересно. Если я возьму... Не, ну... Уж будет чарующее влияние. Интересно, во тьме тоже ж типа работает. Невероятное уклонение. Особо так ничего не добавилось. О, доп атака. Отлично. О, фокус, туманный шаг у Гитьянки. Отлично. Так, ну что, давайте я сделаю так. Я залутаю это, и мы будем с вами прощаться. Возьму. This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Давайте и воспользуемся. Your mind swells as it subsumes everything the tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Pure potential, pure power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. Естественно, открылась диски способности. Естественно, это возьму. Один раз до следующего долгого отдыха ваш успешный бросок атаки против врага можно превратить в критический удар. Смотрите, а до обновы, короче, то там чуть ли не каждый был этот... Клепался. Так. У нас... Апский щит. Нет. Концентрированный игры. Да, мы это точно возьмем. Ладно, да, дальше, короче. О, вытягивание характеристик. Можно будет этому.
пока хватит. So, you've indulged. Just helped yourself to a little more power, I see. And there isn't a tentacle to be seen. Not a bad deal, I'd say. My only complaint is that you didn't want to share. I wouldn't mind indulging myself. Можно в следующий раз. I might just hold you to that. Давайте, короче, тоже постоянно. Don't touch me. Да, а раньше, короче, можно было клепать вот эти криты чуть ли не каждый раз, но только при высоком каком-то определенном числу на кубике. О, порой ответ. У меня получается пагубный. Если ваш удар попал в цель, вы можете наложить на цель порчу. Но есть еще такое. Нанося противнику удар этим оружием, владелец на два хода получает эффект импульс. Не. Так это еще скимитар. Нет. Увы. Мне надо лишнее, что это все тяжело. О. Ладно, поноси. О. Пойдет. Забыл, короче, про бонус инициативы. Купил когда-то и все. О, уже надо. Скорость, да, дальность перемещения. У тебя есть. Нет, ты должен, короче, бегать такой ужаленный. Скорость перемещения. Идем. Ладно. Все, будем, короче, заканчивать на этой ноте. И мы продолжим с вами в другой раз. Завтра стрим под вопросом. Не знаю, захочу ли я, смогу ли я. Но где-то примерно в это же время может быть. А может и не быть. Посмотрим, может я сделаю перерыв на один день. Все, увидимся в другой раз. В воскресенье, естественно, стрим будет в примерных часах, как указано у меня на этом в расписании. Всем удачи, пока, увидимся.